Приветствую, друзья мои. Я решил небольшое видео записать, пока у меня заливается еще одно видео на YouTube. И в этом видео я хочу дать вам коротко элементарный совет, который волнует, кстати, ответ на этот вопрос, волнует очень многих гитаристов начинающих. В чем заключается этот вопрос? Как мне быстро научиться играть на гитаре? Не хочу учиться 7 лет, как в музыкальной школе, или 5 лет, сколько там учится, в зависимости от того, в какой музыкальной школе, в каком возрасте вы начали обучение. Окей, я расскажу вам, как сейчас за 3 недели научиться играть на гитаре 90% всех песен, которые существуют. Подыгрывать я имею в виду в плане аккомпанемента. И тратить на это нужно от 1 минуты минимум до 5 минут в день максимум. Вы скажете, ой, какая-то сказка, это невозможно. Вполне возможно, поверьте мне. Рассказываю, можете взять прям ручку, зафиксировать себе. Берите ручку, записывайте. Если вы еще не умеете играть на гитаре, у вас сейчас откровение будет, как это можно сделать элементарно. Первый момент. Вам нужно на протяжении 10 дней в день учить по одному аккорду. Я перечисляю, что это за аккорды. 3 минорных аккорда. Ля минор, ре минор, ми минор, АМ, ДМ, ЕМ. Просто нужно выучить, как они берутся на гитаре. 5 мажорных аккордов. Ля мажор, аккорд А, до мажор, С, ре мажор, Д, ми мажор, Е и соль мажор, G. Это у нас получилось уже 8 дней. Всего 8 аккордов у нас получилось, то есть 3 минорных, 5 мажорных. В 9-й день вы учите септаккорды. 4 мажорных септаккорда. Они учатся элементарно просто, то есть если вы знаете, как берется аккорд, септаккорд вам легко будет взять. Там ре мажор умеете играть, ре мажорный септаккорд легко возьмете. Соль мажор умеете играть, соль мажорный септаккорд легко возьмете. Что это за септаккорды, которые нужно выучить в 4-й день? Это си мажорный септаккорд, b7 или h7. Ми мажорный септаккорд, e7, ре мажорный септаккорд, D7 и соль мажорный септаккорд G7. Учите их в 9-й день. 10-й день отводите на то, чтобы просто пройтись по всем этим аккордам, которые вы выучили за предыдущие дни. Где-то какой-то, может быть, доработать, вспомнить. То есть 10-й день такой разгрузочный, чтобы пробежаться по всем этим аккордам. От 1 минуты до 5 минут в день. Я думаю, что у вас даже уйдет несколько секунд для того, чтобы научиться брать тот или иной аккорд. Ну, возьмем такой период, 10 дней. За 10 дней вы выучили все аккорды. Следующие 10 дней вы посвящаете переходу от одного аккорда к другому аккорду. Что я имею в виду в данном случае? Например, переходу от DM к G. То есть ваша задача не просто медленно вот таким вот образом переходить, а раз, два, раз, два. Чтобы научились быстренько перепрыгивать от одной позиции, от одного расположения пальцев к другому. G, C, G, C. То есть учите 10 дней переход от одного аккорда к другому аккорду. Прям прописывайте себе АМ-ДМ. Вот учите АМ, ДМ, АМ, ДМ. Это первый день. Второй день. ДМ, Е, например. ДМ, Е, ДМ, Е. Третий день. Самый распространенный. Д, G, Д, G. Четвертый день. G, C, G, C. Ну и так далее. Это следующие 10 дней. И еще один день у вас остался, у нас же 3 недели, получается 21 день. Вы учите переборы. Самые распространенные – это шестерка и это восьмерка. Этого вам будет вполне достаточно для первого времени. Все. 3 недели от 1 минуты до 5 минут, если в день вы будете посвящать, реально взяв гитару и позанимавшись, вы научитесь играть с листа практически все песни, которые только сможете найти в интернете. 90% песен. Конечно, есть песни разные с барре, но это отдельная история. На самом деле все песни, которые с барре, при использовании хода, который называется транспонирование, можно перевести и играть без барре, без этого приема. Так что все делается элементарно просто. Не нужно тратить, инвестировать огромное количество часов для того, чтобы стартануть. Когда вы через 3 недели, используя всего 1 минуту, максимум 5 минут в день, сможете играть такое количество песен, у вас появится стимул двигаться дальше. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока!